ваш броски в качестве прогулок на свежем воздухе и здоровый сон в спальниках прямо на полу казармы. Такой экстремальный способ проведения весенних каникул выбрали для себя воспитанники военно-спортивных и патриотических клубов Кургана и Шадринска. «Братство-2017» – так называются тактические учения, третий этап которых прошел с 26 по 30 марта на базе Шадринской станции юных техников. В таких учениях я уже участвую не первый год, на протяжении 5 лет. За эти 5 лет в учениях приняли участие не только воспитанники военных клубов области, но и представители Республик Беларусь и Казахстан. На нынешнем третьем этапе учений встретились ребята из 2 шадринских и 2 курганских военно-спортивных и военно-патриотических клубов. Любые учения, они будут как первые, во всех есть что-то новое. Но именно эти запомнились многоборье. Первый раз его повстречал вот здесь. Стрельбе из пневматического оружия и русскому рукопашному бою, включающему в себя умение обращаться с ножом и палкой, были посвящены первые 2 дня учений. Третий день курсанты провели в полевых условиях. Сегодня перед ребятами стоит задача отработать действия на технике, в частности МТЛБ, КАМАЗ, научиться погрузке-выгрузке с техники. И для старших, которые занимаются 2-й, 3-й год, отработка норматива засады на колонну. Пока одни бойцы осваивали технику, другие отрабатывали тактику передвижения разведгруппы и отражение атаки противника. А главное, учились взаимодействовать друг с другом. Сёма Шумков – новичок в таких масштабных учениях, поэтому признается, что самым трудным для него было как раз освоиться в новом коллективе. И все-таки самым большим впечатлением стало то, о чем он обязательно расскажет друзьям по возвращении домой. О том, что катался на МТЛБ. Вот оно, главное впечатление новичков. Машина называется МТЛБ. Машина внушительная и по размерам, и по звуку, который производит во время езды. Одна беда, никто из ребят так не смог мне расшифровать, что эти буквы означают. Поэтому я сейчас обращаюсь к специалисту, и мы наконец-то узнаем эту военную тайну. Просто многоцелевой транспортер тягач, легкий бронированный, плавающий. Насколько хорошо эта машина плавает, нам с видеооператором узнать не удалось. Часть военной тайны от нас все-таки утаили. Но прокатиться в компании юных бойцов позволили. Надо сказать, что ямы и кочки эта машина проходит очень мягко. И если бы не громковатое по гражданским меркам рычание мотора, ее можно было бы считать лучшим транспортом для отечественных дорог. Знакомство с военной техникой, боевые единоборства, стрельба по мишеням – все эти премудрости военной науки вместе с мальчишками на учениях постигали и немногочисленные бойцы прекрасной наружности. Девушка с удивительным именем Диана Зорина – одна из них. Диана, тебя-то что сюда привело, в эту компанию? Не знаю, я с детства любила стрелять, с мамой постоянно стреляли. Рукопашкой хотела заниматься. Пришла сюда. У нас в школе нам рассказали об этом, я захотела пойти. Каково девчонкам в мужском коллективе? Да, хорошо, со всеми дружим. И эта дружба, наверное, главное, ради чего стоит проводить такие военно-спортивные сборы. Такие клубы, как мы, они должны работать вместе. Вот. Каждый раз ребята встречаются, они между собой уже все большие друзья. Вот, мы так называем побратимы, потому что когда с одного котла хлебаешь одним спальником, накрываешься, сверху тебя один сугроб засыпает, все это очень сильно сближает. Вот. Поэтому вот это самое главное, что ребята, ну, мало того, что они готовятся к армии, мало того, что они там растут над собой, они еще становятся большими друзьями. Следующий этап тактических учений в военно-патриотических спортивных клубах «Братство-2017» пройдет уже летом, в дни самых длинных школьных каникул.